поскольку, как сказал Мамед Амин Расулзаде, первый председатель Национального совета Азербайджанской Демократической Республики, пир кере юксалан пайрак пир даха энмас. Мамед Амин Расулзаде, Джейхун Шахаджибейли, Мустафа Векили, Мордабей, Дочибашев, вместе с Акаким Чхенкели, Нойрами Шуили, Спиридоном Кейдзе, с лучшими сыновьями горских народов Кавказа, таким как Гейдар Бачмат и Абдул-Маджид Черноев, основали комитет независимости Кавказа, который позже был преобразован в Совет Конфедерации Кавказа, состоящий из 12 членов, по 4 представителя от каждого народа. Дорогие друзья, я не могу отказать себе в удовольствии и не процитировать письмо Мамеда Эмин Расулзаде Сталину, написанное в 1923 году. Для многих слова этого письма будут звучать сегодня очень знакомо. А то, что сейчас происходит в России, практически ничем не отличается от того, что происходило здесь 100 лет тому назад. Так же, как и 100 лет назад, Россия вновь присоединяет к себе все новые и новые колонии. История распорядилась таким образом, что пришедшая к власти коммунистическая партия решила вновь возродить Российскую империю. Это произошло вследствие имперских амбиций правящей верхушки и ведет к вполне определенным результатам. Позвольте также процитировать его величественное обращение, зачитанное в 1955 году на радио «Свободная Европа». Советский диктатор Сталин – это отделение от России, утверждая, что отделение от России является реакцией, а отделение от других революций скончался. Но его двуличная система сталинизма все еще существует. Свобода – это общая мировая идея. Если останется хоть один закопаленный человек, хоть одна угнетенная нация, миру не видать истинной свободы и безопасности. Мечта Расулзаде не умерла и окончательно стала реальностью более чем 20 лет тому назад, когда развалился Советский Союз. Советский Союз не был захвачен или разрушен извне. Советский Союз развалился изнутри, так как люди не могли этого больше вынести, потому что он пытался приостановить ход истории. Азербайджан и Грузия, как и многие плененные народы, снова обрели свободу. Времена были неспокойные, хаотичные, и на нашу долю выпала череда трагедий, разочарований и драматических событий. Но мы выстояли, свободные и сильные, как никогда. И на этот раз пути назад не будет. На этот раз призраки и пережитки времен рабства не смогут взять верх над нашей жаждой свободы.